Здравствуй, моя звать Барат. Нравится. Всем здорово. Сегодня я расскажу об своих любимых играх, которые я больше всего проиграл. Не денег, а времени. Началось все с дальнобойщика вторых. Комп у меня появился весной 2003 года. И первая игра была дальнобойщики 2. Мне друг ее там дал поиграть. В общем, я крайне впечатлился. На тот момент мне казалось, графика нормальный, крутой. Понятно, что не кинематографичный и так далее. Тут недавно как-то ее все-таки запустил, скачал. Конечно, уже 100 тысяч, сейчас в нее играть вообще невозможно. Вот. Ну ничего, в нее я нафига поиграл, мне нравилась модель экономическая, туда-сюда, бабло зарабатывать, все было ништяк. Дальше я купил Warcraft 3, о котором вот у меня обзорчик появится. Warcraft 3 я играю до сих пор, сейчас поменьше, конечно, но в него я вообще столько прорезался. Вообще пипец, и там у меня еще были экзамены, а я вместо того, чтобы экзамены в нее играл. Ну там нахера вообще удовольствие получил, потому что Warcraft 3 это... Вообще пипец, стал моей первой стратегией. Графика крутая на тот момент. Такая мне нравилась, офигенно. Ну, я особо не знал, какая графика в других играх. Но атмосфера вообще пипец. Если нежить там, музычка, это амбиент. Короче, супер. Дальше что было? Я там сразу поиграл в Need for Speed 6, Hot Pursuit 2. Но у меня демо на тот момент была, она тут еще полно не вышла. Мне там уже казали, что модели машин достигли своего верха. На самом деле так и есть. Если сейчас посмотреть эту игру 2003 года, то действительно модели машин там, они не квадратные, ничего, очень приличные. Сейчас чуть-чуть получше, но очень приличные были уже тогда. Но я потом взял, Need for Speed 5, вот в нее я пипец сколько резался, дофига. Это самая великая, да, игра. Я там даже какие-то рекорды ставил. Вот, нее вообще шпилил. И было видно, что, конечно, в Hot Pursuit лучшая графика. Но там не было вида из кабины. И вообще как-то игра, какая-то она лаговная была. Даже вот если сейчас на современном компе запустить, как-то она херово идет. Дальше, контру я в какой-то момент взял. 1-1. В контру я вообще пипец сколько играл. Вот эту 1-1. Вообще дохерища. Еще бы поиграл, но она мне не установлена. Вот, это Мега Рулис. Я видел Quake 2 на тот момент. Я видел, что контра, она как бы, как реальность, да? В смысле, там графика такая, ближе к реальности. Потому что в Quake она какая-то мультяшная такая, а в контре как бы реально. Да, там не хватает там текстур чего-то еще, да? Но, в принципе, сам антураж, что ли, реальный. Там я дофига играл с ботами, ни хера ничего особо не получалось. Один на один там боты такие были, они вообще тебя вносили, вообще пипец. О! В Source контру я тоже поиграл много, меньше, чем в первую. Причем я и в первую играл, когда играл в Source. То есть я не так, что забросил первую и стал в Source играть. Но Source был существенно потом. О, дальше что было? Моравинд. Тоже мне записали диск. Я его не купил, мне его на РВХу записали. Это было пипец. Это была просто сказка. Я когда запустил, там начинается с корабля, что-то идешь, там это... Это музыка, это окружение. Это была моя первая РПГ. Я даже не знал, что такое РПГ фактически. Я вышел, там какое-то первое задание. Найди деньги, которые чувак спрятал в пеньке. Блин, Моравинд я тоже до хера играл. Вот, поэтому я люблю Обливион, потому что Обливион это практически Моравинд, но с новой графикой. Вот, Моравинд это было что-то. Дальше там какие-то лажи в основном. GTA 3, Vice City. Я в GTA 3 не играл, один раз только в компьютерном клубе, у меня еще такого вроде не было. А потом Vice City купил, да, Vice City я... Пиздец, сколько играл, вообще охуеть. Просто дохуя. Я там наездил 10 с лишним тысяч миль. Выпустил там 100 тысяч патронов или что-то там, статистика есть. В общем, все это сделал. До хера вообще играл.
Дальше что у нас было? Может, я что-то пропущу, но это по мелочи. Doom 3. Ну, в Doom 3 понятно, что мега шикарный. Я его на MX440 прошел, да, с тормозами. Графика новейшая вот на тот момент поколения, она, ну, все остальное рядом не валялось. Даже самое, что там рядом выходило, да. Я не говорю, контра первая, там, Splinter Cell на тот момент, может быть, первый был. Там все это рядом не валялось. Max Payne 2, наверное, уже был. Max Payne 2 тоже так поиграл. Прилично, но не очень много. Любил поиграть, там на время надо было. Бесконечно эти, на время, сколько продержишься, вот. Ну, особо много не играл. Ну, а что там играть, это шутер, хоп-хоп, и все. Прошел, забыл. В Doom 3, в общем, это пипец. Я просто наслаждался, хоть это и тормозило, но как я наслаждался этой графикой. Я его запускал просто не для того, чтобы поиграть интересно или что-то, а просто играл и наслаждался графикой. Мне похрен был сюжет, еще что-то, все это было похрен. Это тормозило, я был рад, что это тормозило, потому что, о, сколько полигонов там, о, пипец. Хотя сейчас, если Doom 3 запустить, графика кажется, конечно, уже ущербненькой. Запускал я тут недавно, вот. Ну, Half-Life 2, понятное дело. Там, мне казалось, графа несколько похуже. Они, во-первых, по-разному были. Это более какая-то пластмассовая, коридорный шутер, а этот открытый, Half-Life 2. Естественно, я Half-Life 2 прошел, даже полтора раза, наверное. Но мне в Half-Life 2 что не понравилось? Да много чего. Ну, не то, чтобы много чего не понравилось, что скрипты любили заглючить. Не надо было перезапускать с пятого раза, там что-то не получалось. Там было два где-то места. Это выбесило. Монстры не очень нравились. Из песков эти уроды, мне это не нравилось. Как там надо было картоночки бросать и по песку идти. Не очень понравилось. Машинка там была такая, багги, тоже не очень понравилось, потому что физику сделали по остаточному принципу. Наслаждения никого не получал, что ехал на ней. Зато город, когда там по канализации, там какая-то стадия есть, какой-то херне, летишь, канализации, там город такой, город похож на советский, ну как и сталкер, примерно такой антураж. Было классно. Ну, в общем, ну, все равно Half-Life 2, конечно, круто, на самом деле. Дальше, что я играл? Ну, Underground 1 играл Need for Speed, не очень много, ну, достаточно. Ну, год играл до выхода второго. Ну, не полностью год, там что-то другое играл. Дальше Oblivion, это уже 2006 год. Превосходнейшая, конечно, игра. Прошел. Что у нас там? Ну, графика на тот момент, она была лучшей. До этого был Doom 3, да, и он долго держал лидерство. Вышел Oblivion, новый уровень. Сейчас, конечно, если запустить чуть похуже, но и сейчас совершенно катит, и графика там лучше, чем в многих современных выходящих играх. Вот. Но в Готике 4, вот по демке, видно, что лучше, конечно, графа. Естественно, существенно. Текстуры лучше, все такое. Но Oblivion пипец. А как там можно было дома покупать, а? Я же все дома покупал там во всех городах. Миссии все выполнял. Не, ну дома покупать это мега. В Моровинде можно было просто в дом зайти там, и оружие выкладывать, и оно сохранялось. У меня там был домик такой, нычка. У меня там все было в артефактах нахрен там. Кровать там, 30 мечей, 5 щитов, там всякие камни. Все обложено, короче, вообще пипец. Но там, по-моему, нельзя было покупать. А вот в Обливионе можно уже было свои дома покупать. Это, конечно, супер. Я вообще мечтал об этом. Дальше, ну что, в Сан-Андреас я играл. Там единственное, что мне не понравилось, это была бы супер игра. Но в гаражах больше 5 машин нельзя было сохранять. А там был такой аэродром, и там был не гараж, а такой склад, блядь. 100 на 100 метров, нахуй. Я думал, я когда его получил, это ваш склад, я думаю, ебать, я сейчас туда 100 машин, нахуй, загоняю. А там шоссе рядом, но машин немного. Я давай пилить. Одну машину загнал, вторую загнал, третью загнал. Пиздец. Но после 7-й или 5-й они там начали пропадать, потому что больше нельзя. То есть там такой ангар 100 на 100 метров, и, блядь, туда только 5 машин, а потом они исчезают неведомым образом. Если бы они сделали, что там можно все машины, которые туда затащил, они бы сохранялись, я бы пиздец, это была бы моя лучшая игра. Но они так не сделали.
И в GTA 4 что-то с гаражами нет, нихуя, гаражей нету, стояночка, да, подогналась. Это очень стрёмно, что дома нельзя покупать. Надо было сделать, чтобы можно. Но в Сан-Андреасе что было еще круто, это прокачка героя. Единственная игра, где была сделана физика тела. Он мог становиться толстым, он мог накачанным, он мог худым становиться, средним и так далее. Я думал, когда эта игра вышла, думаю, блин, теперь во всех РПГ так сделают. Новый, вот тогда еще не вышел, Обливион, я думал, он сейчас выйдет, и в нем будет такая прокачка. Ведь это как раз для РПГ в первую очередь имеет значение. В РПГ что мы делаем? Мы постоянно качаемся. И логично, что если мы качаемся, то чувак должен, да, там, становиться Ронни Колиманом. Нет, в РПГ все статика. А в Сан-Андреасе сделали. Вот почему они в четвертой не сделали? Блин. Это мега прорыв. К сожалению, вот видите, 5 лет прошло с выхода Сан-Андреаса, и никакого в этом отношении прогресса нет. Это единственная игра, где так можно было делать. Это жаль. Но я думаю, со временем к этому вернуться, не знаю. Дальше что я играл? А дальше уже все. Работать начал туда-сюда. Поэтому мало что играл. Ну, я играл во все, но уже время было меньше, поэтому впечатлений таких особо нет. Test Drive Unlimited. Когда я увидел, на 600 GT запустил, тормозил адки. 20 FPS в лучшем случае. Ну, там они сделали вид из кабины, внутри все светилось, отражалось. Шедевр. Поэтому я его потом практически прошел. Ну, его нельзя пройти, там же нет этого сюжета. Но все испортило то, что в какой-то момент у меня что-то случилось, и у меня сохранение полетело. Оно полетело как? Запустил я игру, а там, короче, машины какие-то... У меня были дома открыты, они исчезли, они не стали моими. Какие-то машины исчезли. Была трасса открыта, ну, вы знаете, когда приезжаешь, она открыта считается. Она стала штрихпунктирной линией открытой. То есть как-то сохранение, как-то косо, криво сохранилось, что-то там случилось. После этого я забил на игру, потому что все достижения, которые я пипец сколько там играл, оно все похерилось.